В историческом центре Самары проходит заключительный этап монтажа тоннелепроходческого комплекса протяженностью 88 метров. Далее продолжится настройка оборудования, чтобы была техническая возможность пуска щита. Он пробурит тоннель метро от улицы Галактионовской в направлении станции Алабинская. Перед стартом проходки объект будет зарегистрирован в Ростехнадзоре. За месяц установка будет преодолевать 200-250 метров. Строительство новой станции метро «Театральная» на непрерывном контроле как со стороны профильного регионального министерства и его подведомственного учреждения, заказчика строительства, так и со стороны администрации Самары. Продолжают работать и в другой зоне метростроя на перекрестке улиц Полевой и Новосадовой. Здесь также работают в стартовом котловане. В апреле грузоподъемный автокран, который с Галактионовской временно перебазировали в Москву, вновь вернется в региональную столицу для дальнейшего монтажа второго тоннелепроходческого комплекса. После сборки, пусконаладки и получения разрешения этот комплекс будет двигаться в обратном направлении от Полевой и Новосадовой в центр города. Эксперты уверены, что с открытием новой станции, которая свяжет удаленные районы Самары с историческим центром, пассажиропоток вырастет минимум на 15%, так как этот вид транспорта не только удобный, но и быстрый. При необходимости муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. А игры проходят в различных учреждениях нашего города, во дворцах культуры, в частности, в центре, в КРЦ «Звезда». Проходили игры и в окружном доме офицера, и в оперном театре даже проходили игры. И я уверен, что на больших площадках это имеет место быть, а тем более вот сейчас ускоренными темпами строится метро, и я уверен, что КВНщики и зрители будут с удовольствием приезжать в центр, чтобы не только, например, погулять и насладиться видами нашего прекрасного города, но и, возможно, попасть на КВН.